Дорогие ребята, вы изучаете алгебру по моему учебнику. Работая над учебником, я старался написать его так, чтобы вы поняли, что алгебра предмет вовсе не скучный, а интересный, красивый и, самое главное, очень полезный. В чем его польза? Не в том, что с помощью алгебры вы изучите большое количество формул. Дело не в формулах. Дело в том, что, изучая алгебру, вы учитесь мыслить, думать, рассуждать. Не зря ведь говорят, что математика ум в порядок приводит, что математика – гимнастика ума. Разве вам не пригодится в жизни приведенный в порядок ум? Вот этому вы и научитесь в алгебре, вот на это и нацелит наш учебник, наш задачник и наш тренажер. Изучайте алгебру с помощью компьютера. Желаю вам в этом больших успехов.